Добрый день. Как ухаживать за орхидеей? Вот у меня этот цветок, который стоит у меня уже более 2,5 лет, который прошел, я так испытал и кризис, и вдохновение, и все, что хотите. Значит, вначале я за ним ухаживала, вот читала в интернете, как ухаживать за орхидеей, и поливала, и специально у меня был горшок, и покупала грунт, и вот 2,5 года он у меня в свое время перецвел и как бы замер. Значит, я уже хотела его как бы выбросить, но в то же время как бы, ну, живое жалко. В общем, 3 месяца тому назад мы с ним так договорились. Или ты живешь, или мы с тобой расстаемся. Ну, честное слово, ну, более 2,5 лет он никаких признаков таких вот жизни не подавал. Как бы и живет, не живет, и умирать не умирает. В общем, я взяла горшок, обычный горшок, вот, и обычную землю, и вот так его просто воткнула. Потому что эти корешки, вот корешки, в принципе, они уже у меня поползли в разные стороны. Я даже не знаю, сломать их, не ломать их, обрезать, не обрезать. Но что характерно, что когда вот я когда создала ему такие вот гадкие условия, он пустил стрелку, ну и теперь, конечно, я уже понимаю, то ли в знак благодарности, то ли он просто на меня разозлился и решил доказать, что, ну не знаю, какая причина, но, конечно, мне очень приятно, что вот стрелка, вот бутоны, и он у меня будет цвести. Вот. И теперь я, естественно, буду опять заглядывать, как же ему помочь, но уже с этого горшка я вынимать не буду. Вот смотрите, какой этот уход, получается антиуход. Покуда я за ним смотрела, вот, он у меня вообще вот так, было 4 лепесточка вот этих, и все, и больше ничего. Когда я на него обиделась и создала ему такие условия, в каких он сейчас находится, в обычном горшке, обычная земля, он меня хочет порадовать. Как только он расцветет полностью, я, конечно, еще раз покажу его. Вот смотрите, какие прекрасненькие будут бутончики. Здесь, я понимаю, мне, наверное, надо будет зафиксировать. Вот так я ухаживаю за орхидеей.